всем привет. Девочки, только мне курьер привез линяйку с латекса. Я ее занесла в домик. В дом не понесла, потому что я даже без понятия, что здесь. Ломба так стоит. Сейчас разрежем. Посмотрим. А потом, когда я ее уже обработаю, сниму видео уже, которое после обработки. Только еще веревка. И тут еще мешок или два, не пойму. В общем, надо вытаскивать. Сейчас. Вот таким образом. Два мешка. Ну, правильно, я 2 по 10 заказывала. Ой, веревки. В общем, девочки, сейчас буду вытаскивать. Видите, на полу. Сейчас я вытащу. И потом мы с вами будем смотреть. Ну, запах, все говорят, такие запахи, запахи. Вот такая. Сейчас я потом сложу вот такой горох. Опять такая. Тут маленькие, я вижу, куски. Вот такая. Пока вытаскиваем. Опять черная сердечками. Черная вот такая. Не знаю, что это такое. Да, запах есть, девочки. Опять синяя. Так, что-то здесь опять черное сердечками. Вот такая. Это... О, это двухнитка, девчата. О, это, по-моему, тоже... Я думаю, что это... Может, нет, не двухнитка. Ой, это классно. Это рябана. Девочки, цветная рябана. Да такой большой кусок. У-у-у, я рада. Ой, запах есть от нее. Уксусом. Так. Сейчас, мои хорошие, что у нас еще здесь? И вот такая. Тоже большущий, большущий кусочек. Это первый мешок. Первый мешок. И второй там мешок. Это вот второй мешок. Так, девчата, сейчас принесу метр, и мы замерим вот на столе первый мешок. Согласны? Если согласны, не убегаем. Смотрим дальше. Ну вот, девочки, я принесла все. Давайте с вами замерим. Ну вот эта вот двухнитка, смотрите, он малюсенький. Тут что? Вообще 50 сантиметров кусочек. 67. Ну, маленький, совсем маленький. На 44. Но это двухнитка. Куда-нибудь он пойдет. Вот такая вот изнанка. Видите? Да. Но малюська, малюська. Ладно. Давайте вот с этого. Это большой кусок. Сейчас я его замерю. Но это кулирка, девчата. Тоненькая. Вот я смотрела в обзорах. Вот здесь как-то вот кромка. Видите, какие-то пометки идут по кромке. Так, я сейчас замерю, девочки. Где тут ширина? Вот ширина. Ширина идет. Так, метр. Наверное, 2 будет почти. 1,90 м ширина ее. А вот длина, так, 1,02 м.
3,55 и 1,90 ширина. Вот такой прям вот. Смотрите, какой большой кусок. Вот. Нету ни букв, ничего. Он такой мягкий. Прям целый. Но он и не пахнет, девочки. А что же он делает в линяйке? Не понять. Так, я ложу это на пол. Так. Ну, пишу. 3,5 на 1,90. Так, давайте вот с этого теперь. Тоже большой кусок. Он идет. Ну, это, наверное, кашкарсе, девочки. Не кашкарсе, а рибана. Она, смотрите, как тянется хорошо. В эту сторону не тянется, а именно в ширину. Да, как рибана. Вот изнанка. Она вот столбики. Один на один. Это рибана. Но он тоже не пахнет. Оно тоже не пахнет. Так, меряем. Метр. Два. Фу, какой длинный, тут жарко мне. Ого. Кошмар, такой большой кусок. Два. Так это мы будем все как тигрята. Так, два, три. Три. Четыре. Ну, мне самой интересно. Четыре. Пять. Так, девочки мои. 6 метров. Так. Угадайте, сколько здесь? 7. Я думаю, 9 метров. 7. 8. Вы угадали? Напишите, сколько вы думаете. 9. Наверное. 9,30. 9,30. Так. 9,30. И сколько я говорила? Так. Вот какая-то тут запах отдает. Ну, здесь метр. Так, 1,30 м на 1,30 м. Огромный кусок. Я же сразу говорю, ой, какой большущий, большущий. Девочки, он идет. Вот, показываю. Вообще без дырок. У него запаха нету. Я не знаю, что это делает в линяйке. Будет ли оно линять. Вперед буду в этом под шлангом. А потом уже... Да, дырок вообще нету. Огромный-огромный кусок. Вот. Начнем вот этот горошек. Горошек. Тут что у нас в этом горошке? Вот такой тоже цельненький кусочек. Кстати, неплохой. Здесь вот только край. Край. А так, девчата, я не вижу, равномерно идет и краска на нем. Я не знаю, может, это не линейка. Вообще не пахнет. Вообще, от слова вообще. Вот эта третья тканюшка, и она запаха вообще нет. Так, метр. 1,40 м. Пахнет вот так. 1,40 м это ширина. И длина ее сейчас будем мерить. Горох такой неплохой. Но это, наверное, кулирка тоненькая. Она не совсем тонкая, но не тянется, девочки, ни в ту сторону. Такая вот прям классная. Так,
метр два. Вот эту не буду брать. 2,35 отрез. 2,35. Вот такая красота. Нет никаких дырок, никаких размазов, чтобы, вот знаете, там было намазано. Я видела, как прям как краска немножко, да, в обзорах тоже же смотрела много, и мне захотелось попробовать все же, что же это за такой зверь, линяйка. Ну, теперь я буду знать, но еще, конечно, надо ее переработать, чтобы узнать, какая она и что. Вот это пахнет уксусом. Вот это на улицу ее на веревке выжаривать положим. Так, здесь, девочки, тоже большой кусок. Так. Как мышь летучая. Не знаю, крылышки от мышки. От летучей. Так, сейчас я замерю. Но она вот, да, у нее есть запах. В эту сторону как бы немножко тянется, в эту нет. Это кулирка, девчата. Так, сейчас я ее замерю. Вот это запах есть уксуса. Раз. Два. 2,17. Сейчас ее сразу на улицу. 2,17 на сколько? И в эту сторону сейчас замерим. Здесь побольше. Длина. 2,17, я так поняла, ширина. Метр. А может, квадрат здесь. И вот до шва 2. Шов не считаю. 2. От шва 15 сантиметров. Ну, 2 метра напишу. 2. Вот эту в коридор она запах дает, девочки. Да, запах уксуса. Но не такой, чтобы вот резкий. Бывает, говорит, прям там аж дышать нечем. Но я не ощутила такого, чтоб. Так, вот здесь, вот вам видно, видите, какая дырка. Вот она ткань. Так, вот до дырки метр. Метр. И после дырки сколько здесь? Здесь вырезать-то можно 40. 40 сантиметров. Так. Значит, будем считать вот это метр и длину. Так. Это кулирка с лайкрой. Она тянется. Метр. 2. 2 на метр получается до дырки. Вот этот вот отрезок я не буду считать, но его можно вот так прикинуть. Это 40 сантиметров. Ну, сантиметров 50, наверное. Да, 50 сантиметров. Так, так, так. И здесь то же самое. 40. Фу. Жарко. Так, 2 на метр я напишу. 2 на метр. Да? 2 на метр. Тут 50 сантиметров, но можно их прибавить на 1,5. Это без учета дырки. 2 на 1,5 напишем. Ну, девочки, он прям вот, я не знаю, футболки. Смотрите, как тянется хорошо. И в эту сторону. А что можно шить? Футболку, леггинсы. Я думаю, да. Больше-то такого не сошьете ничего. Так, это тоже в сторону. От нее немножко идет запах. Так, и еще одна есть. Тоже. О, не одна, а еще 2 куска. Так, смотрим эту. Это большой квадрат.
без дырок. Без дырок. И это же самая ткань. Так, ну сейчас замеряю. Ага, так. Метр. Ну, два будет. 2 метра. И длина. Тоже, наверное, будет 2. Тоже метр. Да, 2 на 2. Квадрат 2 на 1,95 м. Так, 2 на 1,95 м. Вот это сердечки. Тут вообще не увидела. Так, как же мне камеру еще наклонить вам, чтобы вы вот так вот видно. Ну, видно, что тут дырок нету, девчата, вообще ни на какой части, ни надписи, ничего. Кусок хороший. Ну, запах есть. Вот это синее, по-моему. От нее надо было ее самую первую быстренько посмотреть и выкинуть на улицу. Так, вот здесь вот такой кусок. И вот смотрите, вот здесь вот краска на обратной стороне, вот сердечки. И здесь, и вот здесь. Вот это, наверное, будет линять. И вот здесь видно вот прям краска. Но тоже огромный кусок, квадратный. Он тоже без дыр. Ну, большой, девочки, большой. Сейчас замерим. Так. Метр. Ну, 2. Недоточности, грубо меряю. Так. Тоже метр. 2 на 2 будет. Да, 2 на 2. Вот этот кусок. 2 метра на 2. Убираем коридорчик. Сейчас вот этот самый такой запашистый. Ну вот те, я даже не знаю, они без запаха совершенно. Что они здесь делают, непонятно. Вот этот тоже не пахнет. От чего же пахло так? Вот этот вообще без запаха, девчата. Такая, знаете, не сильно толстая. Ну, футболки, штанишки можно. Да? А, вот здесь краска. Смотрите. Вот с этой стороны. Вот в уголочке в одном краска. И вот здесь как бы немножко краска. А так, без дырок, без ничего. Так, сейчас я замерю. Высота метр, наверное. 1,10 м. Где-то так. И здесь 1,02 м будет. 1,95 м. 1,95 м на 1,10 м. Ну, а так целый кусочек. Вот он. Вот такой. Ну, классный. Неплохой. Тоже кусок. Так. Сейчас вот этот еще. Ой, да тут маленьких. Ладно, маленькие отложим. Тут маленьких наложили полно. И вот большой. Давайте с большого начнем. Чтобы большой измерить. О, девочки, тут большой. Сейчас подниму немножко камеру. Смотрите, мои хорошие. Вот такой идет кусок. Вот. Прям большущий, большущий. Без дырок. Нету дыр. Вот в этом месте, вот немножко, видите, вот пятнышки. Вот я подхожу. Вот. Вот только вот эти пятнышки. Сейчас замерю. Ну, такая плотная в эту сторону не тянется. Она практически ни туда, ни туда не тянется. Ну, говорю, можно и брюки, да, шорты
Да все, что хочешь, то можно нашить. Так, давайте меряем. Меряем. Так, раз. Тоже большой кусочек. Два. Три. 3 метра. И сейчас будем смотреть ширину. Так, а ширина, наверное, 2 будет. Может, поменьше. Так, метр. 1,95 м на 1,95 м. Тоже хороший прям кусок, девчата. Сшить можно очень-очень много, я вам скажу. А, ну вот здесь еще, видите? Вот здесь идет вот такой вот непрокрас. Ну, это не страшно, он с самого краешка. Он нам не помешает. А вообще, прям вот отличный отрез. Девчата, я вот этим мешком, конечно, очень довольна. Что довольна? Ну, не просто сказать, а очень-очень довольна. За 1000 рублей вот такой же, такая же тканюшка. Вот она, ширина. Так, ширина 50, полметра. Ну, целая тоже, никаких ни пятен, ничего тут нет. 50 на 1,10 м. Так, 1,10 м на 50, 0,50. Кусочек вот такой. Видите, прям чистейший. Но это вот нету запаха. Вот та черная с сердечками. Мне кажется, она самая будет линючая. Вот такой еще кусочек, девочки мои. Смотрите, какая красота. Это, наверное, мне по блату попалась. Вся такая красота. И еще и большие такие кусочки. Так, метр. 1,50 м. 1,50 м. Сейчас замерим. И здесь, наверное, чуть больше метра будет. 1,30 м на 1,30 м. Вот запишу, прям мне интересно, сколько получится метров. Смотрите, вот такая красотища. Запаха я не чую от нее. Абсолютно. Такая более плотная тканюха. Можно вот брюк нашить. Шорт, да, по двору-то бегать. Я думаю, да. Еще маленькие девочки. Это все один у меня мешок. Вот еще один кусок. Получается, ну, тоже он 40 сантиметров. 45. Так, 0,45. Ой, с меня под градом. Жарко очень. У нас ливни, сегодня солнце. Сегодня, представляете, дышать нечем. Так. После дождей всегда такое испарение ужасное. Так, 1,80 м. Вот, 1,80 м. Это один мешок. Девочки, сейчас сложу все в стопочку. И посчитаю, скажу вам, сколько же вышло метров. Итак, девочки, у меня вышло 33,5 м. метра за 1,000 рублей. Ну, 215 рублей у меня была доставка. Давайте так, 1200 мы разделим на 33 метра, получается за метр 36 рублей, 36 копеек, 36 рублей за 1 метр. Вот линяйка. А теперь думайте, надо вам или не надо. Вот это хорошее. Большие куски. Тут 2 кусочка маленьких, 3 больших. Вот это большой кусок. Вот это тоже приличный кусок. Это вообще богатство. Это рибана. Почти 10 метров. Вот этот кусочек, он, скорее всего, полиняет. Но тоже он большой. Крылышки, видите, это... Вот он запах. Вот эти я вообще не знаю, что они делают в линяйке. Вот это.
Она без запаха. Запах идет вот от этой черной и вот от этой. Этой тоже очень много. Вот она черная, видите, она как бы дает вот такой вот оттенок. Все куски, да? Вот это я пойду сейчас на улицу вывешу и начну вот с этих выполаскивать. И потом прям в машине буду стирать уксус и соль. Все. Ну и мне дали тут еще довесок двухнитка. Вот такую вот можно вставку куда-то сделать. Даже, знаете, вот однотон, а перед, допустим, полочку можно вставку сделать вот такую, да? Вот, будет тоже красиво. Это тоже хороший кусочек. Так что на этом, девочки, смотрите, эта посылка с Влатекса. Группа находится, девчата, в Телеграме. В Телеграм. Туда заходите и смотрите под группы все, проходите, узнаете. И выписываете. Линяйку надо ловить. Я 2 дня сидела на телефоне, чтобы объявили продажу. Объявили продажу. Сразу написала мне 2 мешка по 100 рублей за килограмм. Она идет 100 рублей за килограмм. И вот этот чек отправляла Ирине Сигаловой. Она потом присылает ссылку на оплату трек номера на... вам на телефон в личку, и вы оплачиваете трек-номер уже на почте, присылаете ей. Отправка была у меня вот буквально сразу же, девочки. Но шла, это же идет с Иваново, а я живу во Владивостоке, через всю страну, через Москву. У меня всегда посылка идет 20 суток, 20 дней она в пути. Вот, но отправка была очень быстрая. На этом все, мои хорошие. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. Это будет первая часть, а вторая часть будет второй мешок, потому что очень жарко снимать. Так что подписывайтесь на каналы. Ссылочки все оставлю. На Дзен, на Рутуб я ушла. Но Ютуб с нами уже не работает. Всем пока-пока. Так, вот получила я свою линяйку. Это 1 мешок, девочки. Вот такой большой кусок. Я посчитала, у меня вышло 33,5 метра. Вот это большущий. Но запах есть уксуса. Я думаю, что он будет линять. Вот это очень огромный тоже кусок. Сердечки. Ну, тоже с запахом он. Вот это я не знаю, что делает в линяйке. Вот этот маленький кусочек абсолютно, да? Он двухнитка. Видите? Ну, куда-то он пойдет. Прям просто шикарный кусочек. Видите? Такой-то футер двухнитка, я так понимаю. Вот. Хороший. Вот этот кусок большой. Вот тут с краешку, вот единственное, вот здесь будет, наверное, краска линять. А так цельный, прям хороший кусок. Вот это тоже хороший кусочек, большущий. Замеры делала прям большие-пребольшие. Вот здесь, вот краешки, видите, вот такие. Ну, тоже без запаха. Вот этот запаха нету. Запах только вот у тех черных двух. Вот этих 2 маленьких кусочка. Это уже 1 метр, по-моему, на 1,5. Вот этот тоже 2 на 2. И вот этот прям большой кусочек. Такая она плотненькая. И, наверное, все же мне прям по блату мешок достался. Это у нас, девочки, Рибана 9,5 метров. Вы посмотрите, какая красота. Вот такая. Без дыр. Без запаха. Вообще просто мечта. Тянется. Тянется она вот в эту сторону. Но я почему говорю Рибана? Здесь вот, смотрите. Видите, столбики 1 на 1.
Кашкарсе 2 на 2 столбика. Это Рибана. Очень красивая. Прям вот цвет такой. Ну, не знаю. Это вот первый мешок. Я сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Я прям супер довольна. Очень-очень-очень. Спасибо Владу, Ирине за их работу. Спасибо всем, девочки. Покупайте. Вот эту будем первую стирать. И у меня второй мешок пришел, но распаковку еще не делала. Вот второй мешок. На этом все. Всем-всем огромное спасибо.